І зараз до нас доєднується Володимир Довданов, заступник голови Конгресу Ойрат Калмицького народу. Я змушена перейти і говорити російською, адже наш гість розуміє, не розуміє українську. Добре утро. Вітаю. О, ви розумієте українську? Немного. Ну, для вашего удобства, давайте поговорим о мобилизации. Как вы оцениваете путинскую мобилизацию и что делаете, чтобы противостоять ей? Резко отрицательно. В самом начале агрессии и последовавшей полномасштабной войне в Украине Конгресс Айрат Калмыцкого народа, предвидя такую ситуацию, и такой сценарий, озвучил заявление с решительным протестом против этой войны и обращение к молодежи нашей республики и всей России, чтобы не шли на эту войну. Реакцией было то, что очень много людей выразили свой протест ногами. Они просто уехали из России. В том числе и наше руководство после преследований со стороны полиции, ФСБ и судов. Мы ведь прекрасно знаем эту империю, хотя поначалу не верили, что Путин так поступит. Именно так и развивались поначалу такие события. А в какие страны в основном уезжают? Ну, знаете, лично я и моя семья, мы уехали сначала в Армению, потом в Грузию, а из Грузии в Турцию. Из Турции уже в Литву приехали. А остальные? И насколько это массовое движение? Председатель нашего конгресса был вынужден после угрозы посадки его, а ему уже 60 лет, и он уехал в Америку к сыну, к дочери. А другой заместитель, Батыр Батырович такой есть у нас, идеолог наш, он уехал в Казахстан и сейчас находится в Казахстане. Другие, один уехал, член нашего конгресса, во Францию, второй уехал в Армению, другие тоже в Казахстан, Монголию. И так мы начали уезжать из России, потому что там практически невозможно было оставаться. Они бы все равно привлекли к уголовной ответственности. Они придумали бы нам еще и сказали, что мы сепаратисты там и так далее. Одного даже успели они все-таки схватить, и сейчас он сидит. Ну, а что касается мужчин, которые подпадают под мобилизацию, куда они пытаются и легко ли выехать? Вы знаете, очень тяжело, конечно, ситуация складывается. Да? Вот сейчас очень многие уехали в Грузию, очень много уехали в Казахстан, огромное количество, впрочем, призывников. И третьи уже добирались через Бурятию в Монголию и через Казахстан тоже в Монголию. Там же украинская, ой, вернее, казахская территория есть немного. И вот они ее переходили тоже с приключениями, там, с трудностями. Эти моменты, конечно, присутствуют вот сейчас особенно. Бывший мой заместитель в министерстве, которое я возглавлял, он был вынужден уехать, потому что сын его был призывного возраста. Он выехал в Грузию и сейчас находится в Грузии. Ну, один из способов – это выезжать из страны. А какие еще есть способы? Например, Дагестан нынче демонстрирует такое вот протестное настроение, и, они в результате и добились, то, как назвали их власти, приостановка мобилизации, но они продолжают все равно протестовать. Вот есть ли у вас такие настрои и готовность противостоять? Вы знаете, огромное количество работоспособного населения нашего народа, конечно, они все выехали то в русские города, но большинство уехало за границу сейчас, к сожалению. Конечно, в республике остаются люди. Некоторые идут на эти призывные пункты, военкоматы. А некоторые просто игнорируют это и остаются у себя дома там, или прячутся по точкам. Ну, в общем, ни у кого нет желания идти воевать в Украину. Все люди прекрасно понимают, что это неправильная, преступная война. И они не хотят участвовать в этом. А почему они не готовы выходить на улицы и противостоять против власти массово? Ну, вы знаете, вот у нас уже несколько таких выступлений было, в частности, связанное с навязыванием нам имперской властью Путина, такого Трапезникова, наверное, помните, он возглавлял
ДНР одно время, незначительное время. Вот он у нас оказался, и его назначили практически мэром города. И он у нас рулил, и сейчас он в правительстве там находится. И, видимо, его готовят там для распила этих финансов, которые придут с России, в виде субвенции, субсидий там и так далее. И вот он у нас был, мы выступали много раз. И пикеты были, и митинги по меркам нашего города очень большие. Но, тем не менее, мы не смогли добиться никаких результатов. Он так и остается у власти. Остается только один метод, только я думаю, что пока мы не готовы к нему, это вооруженное выступление. У нас оружия нет, у нас население не готово, поэтому пассивно, конечно, люди протестуют. А что должно произойти, чтобы население было готово? В частности, Украина не единожды демонстрировала свою готовность отстаивать и внутри страны ценности, свои принципы, и точно так же не имея оружия на руках. Вот что должно произойти для вашего народа? Вы знаете, вот на этот вопрос я вчера Дмитрия Гордона слушал, он тоже в отношении Дагестана говорил. Вы знаете, вы уже больше 30 лет независимы. У вас ментальность совсем другая. А у нас за столетия 251 год колонизации нашего народа, да, оккупации его, да, у нас даже ментальность изменилась, понимаете? Мы уже не те, как наши предки были воинами, мы уже не те люди. Уже привыкли к оседлому образу жизни вместо кочевой. Привыкли к тем законам, которые нам навязывает Русская империя. Привыкли ко многим таким вещам, которые раньше даже и помыслить не могли. А сегодня происходит именно то, что можно прямо назвать этноцидом, лингвоцидом, геноцидом нашего народа. И нас осталось, как было, вот, например, в конце 18 века, 200 тысяч человек. И сейчас у нас тоже 200 тысяч человек. Мы уже несколько раз Русской империей за время существования в ней уничтожались полностью почти. Потом опять численный состав возрождался, потом опять уничтожались. Вот, например, в 20 веке нас уже практически уничтожили. Они сначала после гражданской, в конце гражданской войны наших казаков там, мы же в Донском войске были, и в Астраханском, там, и в других. Вот они нас 120 из 210 тысяч, которые по переписи населения в 1910 году Русская империя проводила, у нас было 210 тысяч, а в 1922-1925 году у нас осталось 93 тысячи человек. Куда делись остальные 120 тысяч? Конечно, они уничтожили их там. Потом, после этого, во время Второй мировой войны, наша дивизия 110-я обороняла Дон, ее обвинили в предательстве и выслали полностью наш народ выслали в Сибирь, на всю огромную Сибирь раскидали нас. Единственный народ, который раскидан был. То есть я понимаю, что вы ведете к тому, что мобилизация, в которой Путин сделает ставку основную на коренные народы, на нацменьшинства, это снова-таки геноцид и уничтожение коренных народов. А зачем Путину это? Ну, вы же понимаете саму имперскую сущность России. Что они сейчас делают в Украине? В Украине они делают геноцид украинского народа. Это же ясно. И вот точно так же они двух зайцев хотят убить. Они хотят убить как можно больше украинцев и как можно больше вот этих вот национальные меньшинства, то есть нас. Таким образом, они в будущем хотят освободить ту территорию, которую мы занимаем. Ведь у нас же есть... Мы не нуждаемся вообще в этой Русской империи. Понимаете? Совсем не нуждаемся. У нас есть газ. У нас есть высококачественная нефть. У нас есть золото. У нас есть уран. У нас все есть. Но зачем тогда нам русские? Но они, видите, вот навязывают свой образ жизни нам. И вот мы вынуждены пока мириться с ними. А так, конечно, если бы они бы вооруженные силы свои не применяли бы в отношении нас, конечно, мы выгнали бы сразу ФСБ, полицаев, суды и прочее. Но сейчас пока мы не можем, они все время нас давят, все время нас уничтожают.
Конечно, я позволю себе высказать свою надежду все-таки, чтобы поскорее лопнуло терпение, и у вас это получилось все-таки избавиться от них. Я благодарю вас за разговор. Дякую. Це був Володимир Довданов, заступник голови Конгресу ОРАД Калмыцького народу.